Всем привет! На данный момент нахожусь в небольшом городке под Варшавой, которое называется Седельце. Население этого города это приблизительно 170 тысяч человек. Город таки очень удобный и компактный, потому что город можно пройти пешком. Расстояние от конца города до центра приблизительно 3 километра. Что вы можете пройти пешком? Ну, я прохожу его приблизительно за 20 минут. Вы, может, там 30, кому как уже будет удобно. Плюс этого в том, что вы можете не пользоваться автобусом, то есть не тратить деньги на проезд. На данный момент, именно сейчас, нахожусь возле озера. Озеро создано искусственно. И здесь есть беговые дорожки. 3 километра вокруг озера можно пробежаться. Возле этого озера есть такие замечательные площадки со столиками, с лавочками, где вы можете прийти выпить алкоголь. Также там есть гриль, где вы можете тоже взять свой уголь, свое мясо, пожарить, и, в принципе, не нужно ничего платить, это бесплатно, не переносной гриль. Про спортивная площадка еще здесь есть, где можно заняться спортом. В самом городе есть торговый центр большой довольно-таки, 2 кинотеатра, музеи есть, ну, как в обычном городе. Костелы достаточно такие, большое количество для такого города. Есть очень большой костел, который, в принципе, вы можете увидеть у меня на фотографиях в Инстаграме. Вы можете подписаться на мой Инстаграм. Там есть фотографии большинства городов, которые я посещал, и о которых я немножко позже расскажу. Если у вас будет какие-то вопросы именно по этому городу или по какому-то другому, потому что так у меня складывается, что я часто путешествую, и за короткий период времени я уже успел побывать во многих городах Польши, и это, возможно, если посчитать, то приблизительно 10 городов это уже наберется, и в определенном городе задерживался на какой-то определенный срок. И обычно первое, что я делаю, это оставляю вещи в хостеле, там, где меня поселили, не начинаю их не разбирать, ничего. И первым делом это вот с дороги, уставший, иду и исследую город, смотрю старый город, расположение города, что интересного. Иногда даже очень много интересных мест не в самом городе находятся, а за городом. Например, в этом городе Седельце мне очень было интересно. Это за городом там тоже озеро такое заброшенное и дикое, можно сказать, озеро. Ну, они его не называют озером, они его называют залив. И там встретил диких кабанов. Вот, в общем, кто любит поохотиться, втихаря можно забить кабана. Пишите в своих комментариях, что бы вы хотели узнать об этом городе. Я постараюсь более подробно о нем рассказать, узнать более подробную информацию.